Всем привет, ребят, с вами Настя, и сегодня хочу снять для вас видео, что я купила для ухода за волосами. Что-то у меня закончилось, что-то у меня не было, и что-то я пробую первый раз. А также, ребят, подписывайтесь на мой канал, жмите палец вверх, подписывайтесь на мой инстаграм, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мое следующее видео. Ну что, ребят, поехали. Мои сегодня все покупочки лежат вот в таком черном пакетике. Я буду отсюда доставать каждый продукт, который у меня то закончилось, то что-то вам предлагать и что-то вам показывать. Давайте сейчас будем отсюда доставать каждый продукт, как я сейчас повторюсь, и будем. Первое, что я хочу отсюда достать с этого черного пакета, это такие вот ватные диски. Вот такие вот, они у меня уже закончились, я покупала рубль бум 71, сколько ватные диски стоят, и так любой продукт. Но как бы уже все знают, сколько уже они стоят, и уже как бы всеми пользовались, так что не буду ничего говорить, и обычные ватные диски, которые у меня закончились. Так, следующие это вот такие вот палочки, они мне очень сильно понравились. Именно вот эти вот розовенькие, пластиковые. Что я хочу отсюда вот достать. Это вот у меня закончились два дезодоранта. Это вот такие вот дезодоранты. Они в рубль буме стоили 84 рублей или 60. Дезодоранты покупаю первый раз, ни разу не пользовалась, но пользовалась из фикс прайса. Ну вот, решила зайти в рубль бум и уже там купить те продукты, которые мне нужны и которые у меня закупают. Следующее. Это уже будет магнит косметик. Первое, что я достаю, это яблочный шампунь. Вот так вот он выглядит, обычный яблочный шампунь. Вкусно пахнет вообще яблоком. Вот такой вот яблочный шампунь обычный. И к нему, к яблочному шампуню... Так, это нет, это другой. Сейчас, минуточку. Я вытащила это все из пакета. Вот такой вот шампунь. И к нему, к яблочному шампуню, идет вот такой вот бальзам. Когда вот, например, после душа, например, когда вы выходите, мажете волосы, это как типа маска для волос. Ну, я, конечно, и уже как бы знаете. Потом следующий вот такой вот шампунь. Я купила все одинаково, то есть вот этот вот набор, вот этот вот яблочный и яблочный, это все одинаково, потому что... Разные, вот, например, шампуни не очень будет действовать на волоса с персиком, а с ананасом. Да, с ананасом я уже мылась вот таким шампунем, и действует. И вот такой вот волосы, прям на кончики, то есть на всю голову. Вот, и как бы вот так вот. Вот что у меня вот это вот закончилось, вот это закончилось. И уже как бы шампунь у меня один остался, но я все равно докупила и хотела как бы вот эти вот, вот такие вот два продукта. Очень сильно хотела попробовать. И вот как раз я купила, попала все в магнит косметик. Вот это вот шампунь, вот это все. А, нет, вот это я, вот это... Я покупала рубль бум. Вот это рубль бум я покупала. И вот этот тоже покупала рубль бум. А вот это я покупала в магнитках. Граната была и так далее. Но я решила взять, который я уже, то есть, пользовалась. И который уже знаю, как действует на моих волосах. И уже как бы знаю, что они очень хорошо. Как бы попробовать, повторюсь я. Ну и, конечно, попробовать и... Настя, всем пока, ставьте лайк, если вам понравилось это видео, подписывайтесь на мой инстаграм, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мое следующее видео, ну и, конечно, всем пока!